Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Активизируют воображение. Владельцы этого имени в основном практики и трезвые реалисты, испытывают откровенную неприязнь к людям импульсивным, несдержанным и неорганизованным. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Это прирожденные стражи закона и порядка, стремящиеся принять участие в построении лучшего и более справедливого мира. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Владельцы этого имени склонны много работать, и они обязательно достигают всех целей, которые ставят перед собой. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. От душевного мятежа многие приходят к религии. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.